Всем привет, друзья, вы на канале Анатолище. И вот они. Я их поймал. Кстати, обычной сеткой ловлю вот таких вот первого уровня зомби. Не нужно на них тратить кожаную сеть. Кожаную сеть я трачу на вот этих самых опасных всяких толстяков и на главных боссов. Вот этих вот всяких там потрошитель, там вот это вот. А вот на этих зачем? Кровавый охотник. Кровавый охотник, кстати. Ну вот, все, да? Кстати, вот этот прибегает ниоткуда, из ниоткуда. Я забираю мяско, нужно нам мяско будет. Нужно мяско нам будет на второй контракт, получается. Так, и здесь надо тоже что-то забрать. Бывает хорошее что-то выпадает. Но сейчас не повезло. Сейчас не повезло чуть-чуть. Ни оружия не дали, ни гранату, ничего такого. Ну ладно, ладно. Так, и вот эти ящики тоже не забываем. Все равно мне нравится вот эта локация, потому что это как будто какая-то пустыня. О, вот эту штуку надо забирать обязательно. Потому что нам, наверное, потребуется это на следующую неделю. Так, прибегаем. Прибегаем на следующую локацию. Это нужно теперь разместить приманку. Размещаем приманку мяса. Мясо. Все любят мясо. Сейчас прибегут наши эти ребятки. Похож этот парень на потрошителя, не на потрошителя, а на этого какого, разорителя. Разоритель, дикий зомби. Бах, 90, получи. Кстати, они по 9 наносят урона, и можно вот так вот по 30 наносить спокойно. Получается, вот и кожаная сеть, используем кожаную сеть, может быть успеем. Давай. Успел, зомби пойман. Лучше отводить, потому что на приманку будут прибегать очень много зомби. И лучше вот так вот отводить дикого зомби. И дико его здесь вот успокаивать. Успокаиваем буйного зомби. Накидываем кожаную сеть. Видите, никаких проблем для второго уровня вообще не составляет труда нам взять и поймать. И вот он еще один прибегает. Ух ты. Кстати, вот эта труба железная, которая топор, это просто нечто. Мне она очень нравится. Очень нравится. И мы выполняем задание. Контракт выполнен. Все. Можно двигать и выполнять следующий контракт. И нам ничего не произошло с нами. Вон какой усиленный брони, вот этот рабочий сет. И труба. Труба железная. Ладно, с модификациями, конечно же. Можете воспользоваться любым оружием. Любым. Огнестрельное оружие я стараюсь тратить на самого серьезного, самого опасного, самого быстрого потрошителя какого-нибудь. Вот. А эти вон сидят спокойно, ничего даже не выпрыгивают. Но на самом, в общем-то, опасном уровне есть вероятность того, что он выпрыгнет из этой сети, из кожаной. Бывает, что 3 раза приходится ловить их, бывает так. Но все равно, у них там хп остается половина, поэтому все равно, возможно, мы их поймаем. Прибежал. Что же здесь? Нужно делать шум. Делаем шум. Вот теперь меня точно услышали. Я тут уже шума понаделал, понабегал, всех убил. А вот этот туман, он очень опасен, потому что не видишь вообще никого. Нужно тут ползти постоянно. Ну где? Где он есть? Где он меня услышал? Где? Он в тумане, небось, спрятался, да? Он в тумане спрятался? Подскажи мне. Вот это вообще, он не помогает, он просто стоит и ждет. Откуда ни возьмись, он прибегает, когда на колени ставишь зомби, чтобы поймать его в сеть. И все. Вот он. Ну, похож? Похож, да? Похож на нашего этого слепого охотника, который в бункере Альфа по 20-очке снимает. По 20-очке. Ну, конечно же, огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие, потому что... Ну, это вышибало. Вышибало, потрошитель, я их вообще не различаю. Это вышибало, оказывается. Это вышибало. Ну, потрошителя мы тоже покажем. Потрошитель он чуть-чуть по-другому. Вот раз выскользнул. Так. Стой. Так. Ну, может быть, второй раз выскочит, кстати. Второй раз выскочит. Ну, огнестрельное оружие, вот видите, как оно быстро делает. Делает все дела. Можно воспользоваться, конечно же, перерывом и какими-то там винтами воспользоваться. Ну, ладно, не будем. Пойдем сходим теперь к настоящему. К настоящему слепому охотнику. Тут ничего не меняется, 1000 хп у него. Поэтому, ну что? Конечно же, сразу идем в левый угол. Левый угол. Чтобы нажать вот эту сирену после 700 хп, когда у него будет.
Можно даже вот так вот руками. Но это, конечно, долго. Мы так не будем делать. Я взял с собой оружие, получается, глок и... И этот, как его, дробовик. Дробовик я взял. Ну, конечно, вот этот глок, он не такой хороший, потому что модификаций мало. Если у вас будут полностью модификации, все заполнены, то вы можете 1.5 глока. Если хотите, в плейлисте найдете видео, там, по-моему, глок и еще чуть-чуть осталось там. Ну, в общем, 1.5 глока хватает на то, чтобы убить слепого охотника. Все, нажимаем. Он не успевает отъесться таким образом. Если вы перепутаете, то он будет отъедаться, вам будет очень много придется потратить здесь аптек, придется много потратить здесь оружие. В общем, лучше делайте вот так вот. Левую сирену включили. Сейчас, когда будет 500, мы будем включать еще и эту сирену. Так. Вот. 100 хп. Восстановили. Я здесь пользуюсь большими аптеками, но вы можете пользоваться хоть бинтами. Хоть бинтами, но, по-моему, бинтов больше затратите. Все, нажимаем. Он десяточку, конечно, восстановил. Слепой, но хитрый. Он слепой, но хитрый охотник. Он очень хитрый. Ой, я зря. Надо было дождаться, когда будет... Ой, ну ладно. В общем, если у вас не будет 120 хп, то вы больше аптек затратите, потому что я вот 38, когда было у меня, я это сделал, и теперь вот мне приходится лишнюю аптеку, наверное, заюзывать. Ну ладно. Так-то он просто сотку снимает. Он просто снимает сотку. Так, 25 наносит вот этот дробовик. 4 выстрела вам хватает времени, чтобы нанести. Ну, 4 выстрела, мне кажется, неплохой такой результат. Это 100 хп вы снесете, 100 хп сносите ему. Вот раз, два, три, четыре. Все. Следующий выстрел нет смысла делать, потому что если у вас нет модификации на скорость выстрелов, да, на дробовик этот, то, ну, вы ничего особо не это не получите. Только оружие развалится у вас быстрее, да и все. Все. Ух ты! Голова слепого охотника. Вот это нормальная награда. Не зря мы сюда пришли, не зря. Фух, ну крутяк. По-моему, круто. Так, забираем. Вот нельзя вот взять ее, повесить на, получается, на пояс там куда-нибудь. Ну жаль, конечно. Ладно, побежали дальше делать контракты. Сейчас я снова прибежал куда? Я снова прибежал в туман. Здесь мне нужно еще одного поймать, еще одного зомби. Я уже 4 словил. И вот 5-й где-то вот здесь спрятался. Где-то 5-й еще есть, он получается в тумане. Я пытаюсь его найти именно в присядку, вот так по стелсу, чтобы его оглушить там. Ух ты, не получилось. Бледный зомби, это бледный. Он бледный зомби. Так, задание выполнено, все. Вот так вот и делаем мы. Все, обычную сеть на бледного зомби. А, вот и появился этот еще, ну ладно. Так, а следующий контракт интересен. Очень интересен, потому что бледный толстяк, его нужно выманивать светом, с зажженным факелом искать. Вот этого у меня еще не было. А потом потрошитель еще пойдем накажем. Сейчас бледного толстяка найдем. Бледного толстяка найти, ну, просто бегаете вот так вот по локации, вы ее зачищаете, это опять же туман. На туманной локации бегаем. Это сосновый бор. Обычно на каменных локациях вот эти штуки, контракты выполняем. А здесь вот нам чуть-чуть для разнообразия отправили в лес. В лесу бегаем по туману. И получается, где-то он спрятался. Он бледный, его вообще в тумане не различишь. Только вот факелом можно его заметить, потому что... Сейчас вы сами все увидите. Они очень-очень-очень бледные. Они прям как частично, как туман. Вот он. Он вообще вот как его увидеть, да? Или никак его не увидишь. В тумане вот отражается чуть-чуть от света что-то там. По 43 наносит вот эта кувалда замечательная. Она мне очень нравится, вот этот молот. Он прям вот, ну, чудесным образом. И вот еще хорошо, конечно же, стрелять и пистолетом. Пистолетом тоже хорошо получается, потому что мы его не добиваем, в конце концов. Ну, ух ты! Да как так-то? Никогда такого не было, и вот опять. Что ты творишь, хитрец? Так, покушаем. Можно в перерывах, кстати, кушать. Все, контракт выполнен. И следующий контракт, это потрошитель. Потрошитель, он очень опасен, на самом деле. Почему? Потому что вы сами видите все. Вы сами видите все происходящее. У него 500 хп. Он бьет по 20-ке. По 20-ке бьет. И у него какие-то...
Что у него там на спине? Что у него на спине? Ну что можно сделать? Хитрить можно. Вы должны понимать, что сразу вы его не поймаете. Поэтому отъедаетесь в перерывах, когда вы его на колени поставили. Оружие поменяете. Все сделайте. Вот. И здесь уже можно накидывать сетку. Но вы понимаете, что он вырвется сейчас, да? Он может вырваться. Вот. Он вырывается. Вы опять его отводите. Подстреливаете немножечко, его успокаиваете. Он опять лапки спустил, вы отъедаетесь. Все, можно снова накидывать сеть. Потому что у вас есть время, пока он на коленях. Когда он на коленях, то все в порядке. Вот еще раз он вырвался. 200 хп у него осталось. По 22 наносит отличное оружие. Так, снова мы отъедаемся. Возьму на всякий случай знак. Может быть, знаком его успокоим. Давай, третья попытка. Ну давай. Давай, давай, кожаная сеть. Я не использую карбоновую, потому что, ну, вы знаете, что это такое карбон использовать. Контракт выполнен, все. Три кожаных сети, и нам все выполнимо. Все выполнимо с помощью трех сетей. По-моему, отлично. По-моему, отлично. Ну что ж, что ж. Я желаю вам удачи на контрактах, чтобы вы все выполняли и исполняли, и получили самую лучшую награду за этот сезон. Если сезон нравится, пишите комментарии, что нравится, что не нравится. А я с вами прощаюсь, всем пока-пока и до новых встреч.